Почему важны прививки и как сохранить хорошее самочувствие при авитаминозе? Врач-иммунолог знает секреты хорошего самочувствия. Елена Долгих, заведующая инфекционным отделением в Химкинской больнице, поделилась с пенсионерами ответами на важные вопросы о здоровье. Особенно пожилым людям, конечно, иммунолог нужен, и вопросы ему надо задавать, потому что сама переболела вот недавно то ли грипп, то ли пневмония, вообще непонятно что, очень тяжело переболела, и хотелось бы понять и узнать, значит, как бы поднять эту иммунную систему сейчас весной. Самое главное оружие против гриппа – вовремя поставленные прививки. С начала осени почти половина химчан прошли вакцинацию, поэтому заражение было ниже нормы. Но и о профилактике забывать не стоит. Основная профилактика – это здоровый образ жизни, исключение вредных привычек, здоровое питание, сон. Как бы это ни банально звучало, но стресс в нашей жизни привносит очень много проблем, и в соответствии иммунная система также снижается при стрессовых ситуациях. Сейчас в городском округе спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Однако врачи советуют пристально следить за своим здоровьем, пока эпидемиологический сезон не подошел к концу. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.